Сколько из вас думают о том, что вы попадете в ад? Мир убедил сам себя в том, что они никогда не попадут туда. Некоторые из вас будут там, потому что вы не имеете Христа. У вас нет надежды, у вас нет Бога. Каждую секунду в вечность уходит три человека. Настолько быстро души уходят из этого мира. И на одном из этих щелчков ваше имя. И если вы без Христа, то ваши грехи возрастают. И близится момент, когда Бог просто больше не позволит вам остаться здесь. Если что-то отзывается на все это в вашей совести, говоря «я в большой опасности», то Христос готов простить вас. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Но потом не будет призыва, но только «отойдите, отойдите, отойдите», и дверь захлопнется.